По просьбам жителей поселка Западный, на заброшенном месте, где образовалась импровизированная свалка и большая поросль, будет спортивная детская площадка. Эта идея возникла, когда производилась уборка территории, своего рода рассадник пьянства и наркомании. Полуразрушенное здание снесли, вывезли весь мусор и вырубили заросли кустов. Так как на любой земле должен быть свой хозяин, будущую спортивную площадку решили закрепить за детской спортивной юношеской школой номер 1, расположенной неподалеку. Полностью проект будет реализован в следующем году. Здесь будет мини-футбол, волейбол, баскетбол, зимой каток. Будет, естественно, школа руководить всем процессом. Ну, естественно, здесь будет тренер по видам спорта. Будет хорошая спортивная площадка. Соблюдение всех правил техники безопасности. Здесь постоянно будет дежурить педагог, который будет с ними заниматься. Будем работать с населением, с детворой, которые здесь в округе живут, которым делать нечего, чтобы мы их отгоним от магазинов, чтобы они с 15 лет не пили пиво, а будем приобщать их к спорту. Вот. Не просто будут развлекаться, будут, реально будут заниматься спортом именно в летнее время. Существует областная программа, по которой город берет на себя обязанность подготовки места для спортивной площадки и ограждения, а область выделит деньги в размере около 2 миллионов рублей на специальное мягкое покрытие, завезет оборудование и установит его. По плану размер игровой зоны будет 40 на 20 метров. По документам сейчас мы сдали все документы в архитектуру. Вот, обещают все это быстренько нам сделать для детей. Я думаю, что на следующий год уже планируем ввести в эксплуатацию. Хорошей доброй традицией уже стало приглашать священнослужителя для освещения того места, где будут производиться строительные работы. Место подготовлено, нужно его осветить для того, чтобы дела спорились. И как бы с Божьей помощью родилось то, о чем мы мечтали. В районе механического завода была установлена детская игровая площадка, на месте которой тоже совсем недавно были заросли и отнюдь не культурными растениями. Хотя открытие площадки еще впереди, оно состоится в канун праздника День города, дети уже активно ее осваивают. Рядом будет расположен уютный красивый сквер. Отец Роман Амплеев осветил место будущего отдыха. Здравия души и тела, помощи Божьей! Во всех благих начинаниях подожгется работа мою Юрию, Александру, со всеми им помогающими.